приветов всем с вами! Сегодня, как всегда, Кофи Хайпер Клейц, и у нас сегодня долгожданные, эпичные, много офигительные гоночки в GTA 5 онлайн! Я чисто пока приветствовался, новое слово придумал. Много офигительное. Так вот, ребята, сегодня у нас гонки. Начинается все на суперкарах. Я, кстати, сейчас играю на своем самом первом аккаунте. Вот где у меня не прокачанный, конечно же, автомобиль. Но при этом я каким-то образом еду еще третий, пацаны. Понимаете? Я знаю тебя прям. Куда? Нет, стой! Нет, Леша! Леша, ну мы уже не проедем здесь, понимаешь, давай, да? Спавнимся. Ну капец, ну как можно было так? Ну как можно было так зафейлить-то? Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Проедем, далеко уедем, тихо. Все, самое главное, это надо было проехать вот в этом моменте, потому что там могли типчики, которые на встречу ехали, они могли нас немного подставить. Типчики. Нет. Стой, пожалуйста. Ооо! Лёшенька! Я погнал. Лёшенька! До свидания! Ты улетел? Ты остался? Что? Ты как прилип к этой дороге? Пацаны, я четвёртый, изи. Нет, спасибо, я сегодня без дрифта, у меня машина не прокачана, так что я рисковать не буду. Понимаете, да? Это у вас вообще, как вы понимаешь, Лёш, ты вообще на изи должен меня обгонять. У меня машина не прокачана, понимаешь, да? То, что у тебя она гораздо быстрее и гораздо мощнее, поэтому ты должен меня вообще на изи обгонять и... Но вот тут произошло кое-что такое, что тебя остановило, да? Ты врезался в эту штучку, да? Именно. Ну как можно было так? Ты чего? Так, ну ладно, я еду еще каким-то образом шестой. Моя задача это догнать хотя бы Пашу. Нет, Паши вон, еще на половину гонки только проехали. В принципе, все шансы на то, чтобы подогнать Пашу еще есть. Ставим ставки, Олег, вылетит он на следующей гонке или нет? Вот думаю, что вылетит. У Паши просто сегодня очень круто работает интернет, таким образом, что у него на каждой гонке чуть ли не вылетает. Так, вот самое главное, не надо было повторить сейчас вот то, что сейчас сделал передо мной чувачок. Ладно, все, блин, надо... Блин, почему у меня тачка не прокачана? Потому что у меня уровень, как бы, логично, в принципе. Тут уровень маленький, поэтому у меня не прокачано ничего. Поэтому я не могу никого догнать, я просто, пацаны, ну, блин, я хочу догнать. Я прям еду, я не допускаю никаких ошибок. Верить в себя главное. Так я верю, Паш, я остаюсь мужчиной, это во-первых, прежде всего, в любой непонятной ситуации, нужно оставаться мужчиной, да, это раз. Во-вторых, я не допускаю ни одной ошибки, еду ровно, четко и стараюсь всех догнать, но все равно не получается. Вот, передо мной, кстати, ребят, кто помнит, кто такой Догна, вот, то ставьте лайки и, конечно, пишите в комментариях и плюсики, вот, и потому что это просто, это настолько старый игрок, что у него уже борода седая растет какая-нибудь, я не знаю. Так, уж что это у нас перед финишем тут творится, Я приехал. Да. А это что такое, а? Это вот ты снова, да, вот это вот со своим звуком, да? Это вот. Так, ладно. А подожди, а что у нас бесконтактная гонка? Что? Да. А почему? А почему у нас бесконтактная гонка? Не буду играть. Ясно. Так, а что здесь написано на этих дирижаблях? Что-то непонятно. А что? Вот смотрите, пацаны, бесконтактный режим, но при этом люди все равно как-то умудряются просто как-то непонятно улетать, как-то все равно. Это непонятно, да, когда это происходит? Леша, на шестом, седьмое? Нет, Лешенька. Восьмое, первое? На первом месте был Догда опять. А, стой, ты на Зендорна едешь вроде бы, да? Подожди, стой, или кто это? А, вижу, так, Леш, ты один из первых, ты понимаешь, да? Да. Но я сейчас буду догонять, я сейчас буду пробовать вас догнать, хоть у меня машина и не прокачана, но попытаюсь. Давай. Ну, Вагнер, ну, уступи, пожалуйста. Ну, давай, чё ты вот начинаешь тут, а? Так, Леша, я вас... Ой, наконец-то, хотя бы вижу вас теперь. Давай. Вот моя задача, это догнать Алексея. Вот, хоть и половину гонки мы уже почти проехали. Ну догонишь ты его дальше. Да ну блин! Так я знаю, что мужчина, я остаюсь мужчиной. Я догоню, передам ему баночку светленького просто, и все. И больше я ничего не собираюсь там делать. А что делать, если я светленькое не люблю? Так темненькое, значит, могу привезти. Сидор. Значит, могу темненькое. Или какое там темненькое. Я просто не разбираюсь, потому что я не пью, пацаны, поэтому это. Вот я про это спрашиваю. Сейчас тут локальный мемес будет. Секрет успеха.
когда вы видите с вашими друзьями в этим самым в ресторане, в первую очередь, нужно пролить сидр на себя, и все. А, понятно, понятно. Просто рассказываю истории из прошлого. Как-то раз мы собрались в одной кафешке, вот, кое-кто из нас заказал сидр, вот, да, и вот пролил на себя. Что? Да, это был фреш. Это не был фреш. Фреш, нет, ладно. нет. Это не был фреш. Это был человек, один из нас. Блин, ребята, но так как Лёша нету 18, он не пьет, соответственно. И не я, соответственно. Это Сергей Болотов. Соответственно. Да, это Серега Болотов был просто. Да ладно. Блин, как догнать вас? Я не понимаю, я не могу догнать. Я делаю все возможное, пацаны. Я так же не фейлю, понимаете, да? Я на плече, да? Да пипец какой-то. Прямо на пальчике моем. Чё это еще раз сказал? Никто ни в кого не врезается. Недавно я говорил то, что муха на плече. При опоздании едем. Помнишь, да? Подожди, стой, у меня вопрос, почему бесконтактный режим? Еще раз, что на плече у тебя там было? Муха была на плече, да, помню. Она села на палец моей. Я надеюсь, что ты сейчас начнешь на нее отвлекаться, и ты это... Ну, пойдешь куда-нибудь там или еще Олежек, что-нибудь. А у тебя какое место? Какое место? У меня 10-е место. Я чисто физически, технически догнать никого не могу. Потому что машина у меня не прокачана. Она просто затюнингована внешне, но не внутренне. Что делать, я не знаю. Хорошо, что сейчас еще чекпоинт не пропустил. Пробовать, брат. Ох ты ж, ё-моё! Ох ты ж, ё-моё! Чё это за бура? Пацаны, ну всё. Чё такое, Лёш, ты зафейлил? Что, Лёш? Или нет, финишировал? Я как раз таки не зафейл, а пацаны зафейлили. Давай, 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 давай! Я вижу финиш. Тихо, 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 тихо! Пацаны, знаете, как на давай, давай, давай! Не понял, какого фига? Я пятый! Я чисто сейчас обогнал 5 человек! Офигенно! Я перекочу. Так, Алёша, а вы... Ох ты, Лёш, посмотрите на него, а! Но самое главное не то, что внутри, а опыт, понимаете? Вот да! Ой, пацаны! Чё? Чё такое? Так, ну все, я готов просто рвать, пацаны, всех, и все, что движется, конечно, жестить на тебя сейчас самого первого, кого порву. Ну давай, давай посмотрим. Вот давай посмотрим. Так, слип-стрим, давай, 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 давай. Я ничего не делал, я не при делах, я не при делах. Я знаете, что хочу? Я наигрался в The Crew уже настолько, что я еду и нажимаю на Shift уже автоматически. Я хочу включить нитро, но нитро здесь нету. А нитро здесь нету. Эх, жалко, жалко, жалко. Жалко. Ой, все, минус один. Прекрасно. Здравствуйте, молодые люди. Блин, ну это понятное дело, что, Леша, ты один раз приехал первым, и тебе хватит. Так, а тут кто? Ой, извините, не хотел рефер. Я почему-то... Почему каждый раз, когда я кого-то сталкиваю, это вот так рефер? Вот реально я каждый раз кого-нибудь врезаюсь, так это рефер. Почему он каждый раз, вот почему он? Я не хотел, честное слово, я по случайности. Я немного неправильно распределил эту скорость. Не, Лёш, я вас как бы тоже, понимаете, попросил вот подождать, чтобы вы подождали меня в предыдущей гонке, но вы, однако, не остановились, вас это не остановило, вы поехали дальше. Ну так и вот, все, а вдруг... Спокойно, пацаны! Спокойно, ну спокойно, ну не толкайся, давайте аккуратнее. Мирненько вот так вот поедем. Тут просто такая битва идет за первое место, что кошмар просто, пацаны. Мне ж страшно на дорогах появляться и ездить, тут вообще что... Тут просто, тут друг другу готовы все что угодно сделать, чтобы это... Так, это немного другое. Наскар, это не... Это что, финиш хотите сказать? Нет? Просто похож. Нет, еще парочек по... что? Серег, что это было такое? Что за перехват сейчас только что был? Как будто я Сереге позвонил и сказал такой, Серега, так, а ну-ка быстренько вот этого красавчика ликвидируйте, пожалуйста. Так, сейчас самое главное вот не зафейлить, потому что было близко. Так. Толкается. Ну да, уж даже уже быть финишная прямая. Где? И вот сейчас мы вот так вот плавненько, нежненько спускаемся вниз, и меня, по-моему, догоняют. Ну, конечно. Олежек. Здравствуйте, Олежек. Паша! Нет! Мое! Ух ты, какой толкаешься-то, а? Посмотри на него! Я понял. Ребят, не обращайте внимания на то, что уже прошло почти 6 минут, и то, что мы все стоим вот так вот в линию, гонка только начинается, поэтому я предлагаю нам начать. Давайте, 3, 2,
Давай, в чате, в чате. И поехали! Не, знаешь, у меня ни разу не было такого, чтобы гонка начиналась именно так. Но вот, друзья, все бывает в жизни в первый раз, поэтому... А вот нефиг за Белфудом отходить. Зачем отходить? Че, еще раз, че? Или как там правильно называется? Правильное питание. В смысле, я правильное питание заказываю, да, чтобы правильно кушать, чтобы вот, да. И мне пришлось это... Ты сидел бы с нами и нормально прошли бы. Да и так нормально, чуть тебе не нравится, я не понимаю. Ты чё с первого этапа? Ой, фига себе! Я чисто ликвидировал конкурента только что. Просто отправил его в нокаут. Так, Алексей, что вы делаете? Да какого фига? Да меня врезали. А, это не ты? Угадайте, кто едет первым. Изи. В смысле, Павел? Так, я не понял, подожди, в смысле? А как это так происходит? Подождите, молодой человек. Просто еду, просто вы сейчас едете первым, да? И то есть вы считаете, что это вот нормально, да, хотите сказать? Конечно, конечно. Так, а сколько чекпоинтов? Блин, так. Так, 7 чекпоинтов осталось на этой, ну куда? Тут много людей, которые Перед... любят потаранить. Вот это я. Муха. Ой, Паша, а ты как здесь оказался? Здравствуйте, а в смысле, а как так произошло, что ты это же вроде обгонял нас всех? Ой, боже. Так, да, ладно. Ну блин, так. Вообще, как бы тут реально дофига людей, которые таранятся. И я в том числе. Но я по случайности, я не хотел тогда. Ой, кого-то занесло! Ой, братюнь! Ой, нет. Так. Ну блин, это финишная прямая, да? Да? Нет? Ну как он обгоняет меня? Вот, блин, вот весь ничего. Смысл прокачанных... А, ни второй коем, круг? Ни в коем случае чат не чекает. Ну хватит, ну в смысле второй круг? Я вот, Лёх, ты зачем вот себе, сам себя? Ну вот, я понимаю, что тяжелые времена. Я же понимаю... Зачем ты сказал, что лох? Что? Я не говорил. Нет, я прочитал. Я прочитал то, что ты написал про себя. Понимаешь, да? У меня все заснято. У меня, Паша, если что, свидетель. Да, вот, в чат, пацаны, не смотрите только сейчас. Быстренько мне видео с видеорегистрацией покажите. А кто в чат? Не, в чат, пацаны, не смотрите, пожалуйста, сейчас, хорошо? Кто читает, тот гей. Кто-то... Ну, Лёш, видишь, прочитал же, да? Я не дочитал. В смысле, ты сказал, ты все сказал? Я не дочитал. Вы покупали помоек себе. Каких помоек, в смысле? Все нормально, пацаны, все нормально. Не знаю, я еду второй, меня пока все устраивает. Учитывая тот факт, что я не на прокачанном автомобиле еду. Я еду 14, мне норм. Ну вот, и тебе норм, а мне вот на втором месте как-то... Поприятнее все же, понимаете, да? Ну вот, а, конечно, это уже да. Другой чувак какой-то, ты помнишь? Чё за, почему тут дампов так много стоит? Так, не, ну молодой человек, ну вот, ну Дудосер 20, ну давайте вы вот... Дудосер 20. Давай. В смысле? Что это было такое на финише? А меня вот ребята бывает. Пропускают. Спасибо, есть пацаны. Сена, солома, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие вот у нас сегодня гоночки получились. Серега у нас вообще человек-паук какой-то. Посмотрите на него по стенкам, там ползает, лазит, нормально ему там, да? Да что это такое? Ладно, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Вы поставили все лайкусики, подписались на все наш канал. С вами сегодня были, как всегда, Кофи Хайпер Клэнс. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока.